И снова всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать в Tube Tycoon, дорогие друзья! Что я хотел вам сказать? Я как-то записывал для вас серию, ребята, она у нас вышла, 10 минут повисела, и мне ее пришлось удалить. По той причине, ребята, что я записывал серию, и у меня испортился как раз файл сохранения, файл записи, и я, грубо говоря, прошел прогресс без того, как я его записал. Записался только звук, к сожалению. Что же мы с вами имеем на текущий момент? У нас с вами, ребята, 9634 подписчика, $1430 и, соответственно, 203 видео выпущено, 57 дней прошло. Ну что ж, друзья, сегодня мы будем с вами зарабатывать доллары на Ютубе. Будем пробовать зарабатывать, поднять больше денег, соответственно, и больше подписчиков. Сейчас у нас с вами залетают игры такие, как Let's Play for a Life, это Left 4 Dead, грубо говоря, да, World of Trunks у нас заходит, и также Left 4 Life. И также я теперь делаю подкасты, ребята. Подкасты, и называю их по-разному, сейчас я вам покажу. Давайте, у нас новые деньги, ребята, давайте мы продолжим снимать World of Trunks, мы продолжим снимать CS Top, который очень плохо смотрит, и продолжим снимать что-нибудь новенькое, ребята. Сегодня мы поиграем с вами в новенькие игры и посмотрим, сколько они у нас будут приносить, соответственно, денег. Battleland 4, ребята, давайте попробуем поиграть в Battleland 4 и посмотреть, что из этого выйдет. А также сегодня, ребята, я запишу еще один влог. О чем же пишутся влоги? Я, в принципе, говорил на прошлой серии, обычно влоги на Ютубе на настоящем пишут про всякую херню. То есть поход в магазин, прогулка с собакой, покупка нового чего-либо, либо ты просто сидишь на диване или лежишь и говоришь всякую херню. Ну, в принципе, так работают именно блогеры. Ну, на мой взгляд. У всех взгляд по-разному. В общем, мы будем сегодня заниматься той же херней, ребята. Мы будем делать daily влог. И назовем, например, как я кушал пирожок. Как я кушал пирожок. Давайте посмотрим, скольким людям будет интересно, как я кушал пирожок. Пирожок, в смысле, обычный пирожок, который пекут бабушки, мамы, тети, жены и так далее. В общем, давайте проверим. И нифига себе, дорогие друзья, посмотрите, как я кушал пирожок, ребята, неплохо залетает. А CS Top залетает еще лучше, в 9000 просмотров, ребята, и приносит нам $91. Но у нас появляются ссаные хейтеры, которые продолжают хейтерить наш с вами канал. Как я кушал пирожок, видимо, пацану не понравилось, как я кушал пирожок. Boom, SM, so glad to hear your story. Очень рад был услышать твою историю, говорит, офигительно ты скушал пирожок, офигительная история, ребята, я просто сидел, хавал пирожок и снимал это на телефон, ребята, и, видимо, это залетело и понравилось. Let's play Battleland 4. Мы еще с вами не снимали Battleland, он довольно плохо, как бы, себя сейчас показал, поэтому не знаю, что будет дальше. Но мы попробуем поиграть в Battleland, так как CS Top у нас неплохо залетел. Мы, короче, снимем сейчас все три игры и посмотрим, как у нас это зайдет. Далее я буду всегда под конец дня, ребята, давать влог. Будем придумывать сейчас, о чем мы будем снимать. И посмотрите, Let's Play Battleland 4 довольно неплохо у нас влетает, а CS Top, наоборот, падает. После первого взгляда почему-то решился Battleland 4 у нас выбиться, и мы заработали дохренище, посмотрите, дохренище кошелечков, ребята. Соответственно, дохренище долларов, это 136 баксов, ребята, прямо на ваших глазах. Охренеть, CS Top очень плохо провалился. Let's Play World of Trunks тоже у нас проваливается. Я думаю, нужно заканчивать с World of Trunks, конечно, но, скорее всего, сейчас у нас падает больше Let's Play по CS Top, фиг его знает. Давайте запишем еще один daily влог. Мой новый чехол на телефон. Мой новый чехол на телефон. И об этом я буду разговаривать примерно полчаса. Обсуждать свой новый чехол, как на него смотрят, как на него реагируют, соответственно, окружающие. Как он выглядит, все это буду показывать. Давайте посмотрим, залетит ли это, понравится. Офигеть! Всем ребятам интересно про мой новый чехол на телефон узнать, друзья. И это неплохо довольно, я считаю. Дейли влоги у нас начинают вылетать. Посмотрите, мы неплохо начинаем, ребята. Кстати, интересная идея. Интересная идея записывать такие видосы. Ладно, мы зарабатываем на этом доллары. У нас есть комментарии, ребят, давайте почитаем. I love your video, мне нравится твое видео. Nice work, thumbs up. Отличная работа, продолжай, говорит. Больше фильмов, nice work, another amazing episode. Нифига себе, просто снял свой чехол. И посмотрите, как мы с вами
вами уже подняли за 2 дня доллары, которые у нас были в районе 1400, да, там 1500 около того было. Сейчас нам нужно набрать еще подписчиков, чтобы у нас было наконец 10 тысяч. Я не знаю, планирую выйти сегодня в 13-15, не знаю, получится у нас или нет, потому что у нас падают вот, например, такие игры, как Let's Play CS Stop. Давайте, интерес упал, мы, соответственно, делаем заключительную запись и продолжаем снимать Battleland 4, который очень неплохо заходит, и также World of Tanks. Я не помню, на что именно я записывал на прошлой серии, которая у нас немножко пропала с вами, дорогие друзья. Но там, по-моему, я как раз вышел вот в эту игру Left 4 Life, она у нас неплохо набирала, но в конце серии я закрыл проект, потому что начала набирать довольно плохо, друзья. World of Tanks тоже у нас очень хорошо набирала поначалу и потом начала дико падать, поэтому я решил, наверное, мы ее тоже прикроем попозже немножечко. Bad luck, кто-то хитерит, кто-то лайкает, но тем не менее, ребята, доллары у нас прибавляются, и это самое важное. Также пишем влог. Сижу на стуле. Естественно, и давайте посмотрим, кому интересно, как я сижу на стуле, дорогие друзья. И сколько людей посмотрит этот замечательный влог. Это уникальный контент. Я и мой стул, ребята. Интересно, интересно. Да, неплохо, посмотрите, влетает лучше, чем летсплей по World of Tanks. И лучше, чем летсплей по CS, ребята. Просто сижу на стуле. Вы представляете, вы открываете видос, например, да. Заходите на чувака, посмотреть новый видос. А он там просто сидит на стуле 5 минут. И я не знаю, ну ничего не делает. Вот так. Такого типа видос, ребята, и посмотрите, давайте почитаем. Мне нравится твое видео. Твои видео заставляют меня смеяться, то есть как я смешно, видимо, сидел на стуле, да? Перестань записывать это говно, кто-то пишет. Джек Пэл, ну это хитрок какой-то говененький, конечно же. Он нас с вами не интересует, ребята, поэтому мы продолжаем работать дальше. У нас освободился еще один слот, и, соответственно, нам нужно продолжать в этот слот что-то запихуячивать. Героины, поиграть в стереополе, Road Fighter. Давайте файтинг какой-нибудь снимем, посмотрим, может быть, ребятам понравится на канале файтинг. Интерес к Battleland 4 довольно огромный. Я сниму сегодня 2 серии Road Fighter, потому что, мне кажется, возможно, она у нас залетит. И у нас уже, о да, 10 тысяч подписчиков, дорогие друзья. Еще бы пятерочку натянуть, и было бы классно. Ух ты, а Road Fighter-то, ребята, влет какой дикий идет, посмотрите, друзья. Road Fighter у нас залетает, именно вторая часть, обратите внимание, вторую часть быстрее посмотрели, чем первую. А ребята начинают меня хейтерить какие-то, но, тем не менее, все у нас хорошо, 10 тысяч подписчиков мы с вами выбираемся. И также продолжаем писать еще раз вложек, дорогие друзья. Сижу на диване. Невероятно, ребята, это продолжение серии влогов, которые я писал до этого. То я сидел на своем стуле. Теперь я посижу на диване, ребята. И посмотрим, насколько интересно будет это моим ребятам, которые смотрят мои видосы, ребята. Да ни хрена ж себе. Что-то неинтересно вам, что ли? Ребят, ну я на стуле уже посидел, как бы я думал продолжение. Ладно, не буду продолжать сидеть. Будем смотреть что-нибудь другое, друзья. Будем смотреть что-нибудь другое. Давайте смотреть дальше. 1937 долларов, почти 500 долларов мы с вами приумножили, как говорится, наши с вами обороты. 10100 подписчиков у нас есть, и нам нужно продолжать работать. Road Fighter вторая часть залетела. Battleland 4, а World of Tanks нам... Придется доснимать, потому что я мискликнул, ребята. World of Tanks, я, наверное, скорее всего, прикрою уже проект World of Tanks, потому что он, как вы видите... Чё это он так залетать-то стал снова, ребята? А Road Fighter новая игра вообще абсолютно не залетает. Охренеть! А я уже хотел прикрыть, ребята, World of Tanks. Посмотрите, меня продолжают хейтерить. С какого-то хера я не знаю, в чем дело. Видимо, пацану не понравилось, как я сидел на диване вчера. Мои носки. Мои носки. Давайте посмотрим. Может быть, ребятам все-таки интересен будет влог про мои носки. О том, как они выглядят и где они обычно лежат. Давайте снимем такое видео и посмотрим, будет ли это интересно моим ребятам, дорогие друзья. Мои носки, потом я... мои трусы, это как... Ладно. В общем, потом я сниму что-то другое и посмотрю, залетит ли этот видос, друзья. Мои носки, о боже! Давайте посчитаем комментарии про мои носки. 8-й лайкер, бум, awesome, so glad to hear your story, эпик, сука, мои носки, эпик. Did he die? Он умер? Чувак, ну как, ладно. Сука, не могу. Это угар, ребята, это угар.
Влоги снимать здесь весело. Так, ладно. Ride Fighter. World of Tanks у нас залетает. Battleland залетает. Это залетает. Дальше продолжаем бомбить доллары. Посмотрите, какие-то бешеные у нас доллары с вами идут. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, TubeTicon работает совсем по-другому, нежели чем настоящий YouTube, дорогие друзья. По 40, по 100 баксов за 10 тысяч просмотров. Я не знаю, дикость. Но ладно. World of Tanks у нас продолжает залетать. Battleland 4 у нас не залетает. Let's Play Road Fighter 4 у нас залетает довольно неплохо. И сегодня я сниму очередной влог. Что же я не снимал, дорогие друзья? Это невероятно. Отдыхаю на улке, на лавочке. С пацанами. Вот так вот, это должно привлечь внимание, соответственно. Давайте проверим. А, мы еще не дописали туда, что мы отдыхаем с пивасом. Ладно, давайте посмотрим, насколько будет интересен именно этот влог. Здесь очень длинное название. И ребятам интересно, как я отдыхаю на улке, на лавочке с пацанами, дорогие друзья. Это просто невероятно. Посмотрите, как влетает у нас эта часть. Офигеть, почти 10 тысяч просмотров, ребята, офигеть. Вот это я понимаю. На влоге немножечко перешли, и все у нас стало хорошо. Продолжаем тогда, ребята, работать над этим. У нас очень мало подписчиков почему-то идет, я не знаю, с чем это связано. World of Tanks я прикрываю World of Tanks. Эй, прикрой World of Tanks мне. Да, World of Tanks мы с вами прикрыли, теперь мы продолжаем. Стартуем, точнее, новую серию, пока у нас прикрывается World of Tanks, и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Эксклюзивные игры. Wolf Chart 4, это мы не можем. Games from Fans. А давайте, кстати, зайдем во вкладочку «Карьера», и у нас же есть 3 поинта, друзья. Наконец-то мы можем теперь снимать игры от фанатов и эксклюзивные игры. Но чтобы попасть в эксклюзивные игры, мы, кстати, все получили. Да, мы можем. Давайте, ребята, сделаем. Эксклюзивные игры. Теперь на нашем канале, ребята, будут эксклюзивы. Это Full Life 3, ребята. Half-Life 3. Только у нас, ребята, в TubeTicon. Half-Life 3 на самом деле вышел, дорогие друзья. Невероятно. Это просто невероятно. Посмотрите. Full Life 3 ни хрена не набирает, как бы его ни ждали, друзья. А вот Let's Play World of Tanks, заключительная часть у нас неплохо залетела. Ну, давайте проверим вот сюда, в Battleland поиграем, а потом Road Fighter. И, соответственно, попробуем сделать с вами мувик. Еще один влог. Я не знаю даже, что... Кушаю чипсы и смотрю кино. Вот так вот, ребята. Кушаю чипсы и смотрю кино. Давайте посмотрим. Такого я еще не снимал у себя на канале. Это уникальный контент, дорогие друзья. Такого никто еще из блогеров не делал, соответственно. И мы сейчас проверим, ребята, насколько будет интересно, соответственно, нашим с вами подписчикам, которых уже 11 тысяч, посмотреть на то, как я кушаю чипсы и смотрю кино. 11 тысяч подписчиков меня постоянно хейтерят. Я не знаю, с чем это связано. Но доллары, вы посмотрите, ребята, мне пофиг на подписки и отписки. Мои доллары всегда остаются при мне. Это абсолютно не имеет значения. Хейтер там пришел, не хейтер. Плохо у нас с подписками или неплохо. Ребята смотрят, ребятам нравится. И, соответственно, кто отписывает, видимо, какие-то дебилы уходят с канала. Но, тем не менее, друзья, у нас все хорошо. Record Battleland. Record Full Life 3, ребята. Давайте посмотрим. Сегодня мы займемся чисто играми. И попробуем, сможем ли мы вообще взять больше подписчиков, я не знаю. Что-то у меня как-то по подписулькам пошло все не так. Я вроде эксклюзивные игры начал снимать. О, Full Life 3 влетает, ребята. А вот Let's Play по Road Fighter 5 уже не влетает. И у нас опять хейтера появляются. Видимо, нам нужно поднажать, ребята. Нам нужно поднажать Road Fighter Full Life 3. Короче, мы заканчиваем. Что у нас хуже всего, ребята, собрало? У нас собрал Road Fighter хуже всего, да? Поэтому мы с вами сейчас прекращаем снимать Road Fighter. И я вернусь... А, я в старые игры. Подождите, в кооп игры я, по-моему, могу вернуться. Сейчас мы это с вами проверим. Если я смогу вернуться в старые игры, то все у нас будет хорошо. Road Fighter, заключительная часть у нас пошла. Пошла. Ни хрена себе она у нас зашла, ребята, заключительная часть Road Fighter. What the fuck? Что-то много, ребята.
И у меня очень много хейтеров, ребята. Хейтеры продолжают хейтерить, я не знаю, с чем это связано. У нас был когда-то на канале Team Fortress, ребята. А, Team Fort называется. Я, соответственно, хотел бы в него вернуться, но вернуться не могу. World of Tanks снимал Borderlands 2, ребята. Давайте посмотрим, что у нас будет по Borderlands 2. Продолжаем снимать Full Life 3 и продолжаем снимать Battleland. Интерес вроде бы довольно интересно. Ребятам, поэтому будем смотреть сейчас. Ребята, подписчиков я теряю. Я их то получаю, то я их теряю. Это очень странно, ребята, очень странно. Это все из-за этих хейтеров. Ух ты! А вот Borderlands 2, ребята, у нас влетел так влетел. Вы посмотрите на это. И Full Life 3. Офигеть! Borderlands 2! Ух ты! Еще и лайк нам поставили, рекомендацию. И, наверное, мои влоги, конечно, всех отталкивают. Я не знаю, что странного, как бы, в моих влогах. Я стараюсь делать очень интересный контент. И, в принципе, ну, хрен его знает, ребята. Ладно, давайте продолжать. Нашел листик на улице. Я не знаю, крайне качественный контент даю в плане влогов. Вообще такого никто не снимает. И фиг его знает, почему у меня уходят подписчики. Как бы всегда интересная тематика, всегда уникальная тематика. А кто-то продолжает хитерить. Я не понимаю этого, дорогие друзья. Вообще не понимаю этого. Поэтому мы продолжаем с вами дрючить всю эту тему, дорогие друзья. И у нас нашел листик на улице. Всем интересно, что же за листик, видимо, я нашел, да? Lol, I love you. Nice videos, another amazing episode. Ну, понятно, понятно. Хейтерочков мало, 11.4к у нас сабов, но вы посмотрите, мы уже удвоили свой капитал. Давайте посмотрим, что будет завтра. Давайте посмотрим, что будет у нас завтра. Продолжаем снимать все те же игры, потому что у нас неплохо они залетают. С Battleland нужно будет прекратить, мне кажется. И, соответственно, дальше уже мы сделаем с вами вывод, что у нас пойдет. То есть пока подписчики вообще... У меня почему-то очень много хейтеров. И я так и не понял, с чем это связано, почему они хейтерят. Видимо... ну, я не понимаю этого, я вообще этого не понимаю, почему они хейтерят мои видосы, как бы, возможно, эти хейтеры хейтерят конкретно влоги, но нет, у нас появились рекомендации, ребята, еще рекомендации, и 12.5 тысяч подписонов, ребята, и напоследок мы еще пройдем Full Life 3, ребята, сегодня без влогов, а завтра уже, получается, мы снимем... влоги с вами. И это будет тоже довольно интересно, как мне кажется. Листик я уже нахожу. У меня еще много тематик, ребята. У меня уже очень много тематик накопилось. Мне кажется, идеи так и прут, поэтому нужно обязательно снимать влоги. Full Life 3 продолжает залетать, а вот Battleland 4, от нее придется, ребята, отказываться, потому что она нам не нужна больше на канале. Убираем Battleland 4, которая нахрен здесь не нужна. Продолжаем пилить Full Life 3. Вот это, и, соответственно, сейчас будем сразу же после этого записывать мувик. И посмотрим, кстати, появятся у нас сегодня хейтеры или не появятся хейтеры, ведь это очень важный момент, ребята. Будут ли нас с вами хейтерить или не будут нас с вами хейтерить, и Let's Play Full Life 3 набирает просто дикое количество просмотров. А Borderlands, ребята, ни хрена не набирает, и у нас новый лайк, 13 тысяч сабов! Уи-ху! Еще сабы, сабы за сабами... Сабы за сабами. Так, теперь Record Movie. Давайте посмотрим, что нам даст влог. Читаю. Читаю книжку про эльфов. Читаю книжку про эльфов, дорогие друзья. Снимаю про это влог. То есть, скорее всего, видео выглядит так. То есть, я сижу на своем стуле, который снимал до этого. Это как продолжение истории про стул, естественно. И теперь я не просто сижу на нем, дорогие друзья. Вы не представляете, я даю уникальный контент. Я читаю книжку на своем стуле, который снимал до этого. И посмотрите, книжка про эльфов, дорогие друзья, невероятно залетает на канале. И мы получаем с вами 14 тысяч подписонов и 3999 долларов. Невероятно! Это невероятно, дорогие друзья. Но на этом мы с вами... заканчиваем сегодняшний летсплей. Если вы хотите еще Tube Tycoon, не забывайте поставить лайк. Я сниму еще серии, соответственно. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши приятные отзывы, друзья. Также спасибо всем тем, кто только пришел на канал. Ну а с вами был Шуморо, и мы увидимся уже на следующих видосах. Желаю вам всего хорошего. Всем пока, до новых встреч.